Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать мир вокруг нас, ну и не только, конечно же. Но начну именно с этой раскраски для создания такой новогодней зимней атмосферы, конечно. Можно и в окно выглянуть, но все же. Раскраски мне нравится больше. Нет, ну в смысле, я гулять люблю, вы знаете, все такое, но в общем, у нас видео про раскраски. Решила здесь раскрасить эту иллюстрацию, уже начала. Ну, на самом деле, тут вот осталось еще на зимнюю тематику эта иллюстрация и последняя. Даже я бы не уверена, что это прям таки зимняя. Это уже скорее такая ближе к весне, хотя там тоже есть весенние иллюстрации. Ну да ладно, это не так важно. Главное, что как раз мне на январь вот сейчас и это следующее на февраль. Надеюсь, меня видно, да, немножко только вот так вот. Я просто начала снимать. Потянулась за фломастером и не поняла, попала я в кадр или не попала. Мне не захотелось пересматривать видео. Как вы знаете, я не против быть в кадре в том числе. Я, в общем-то, не прячу свое лицо. Но сейчас я, в общем-то, и в кадре появляюсь, как есть. Но хоть чуть-чуть я готовлюсь. А сейчас я как-то лохматая, не хочется мне попадать в кадр. Фломастеры по традиции у меня ашановские. Они вот хорошие и в основном даже вот приноровилась красить, они как-то и не полосят. Бывает иногда. Но в целом я ими довольна. Так, зеленый цвет у нас тут все. Больше не потребуется. Так, ну и пораскрашиваю вот здесь. Честно говоря, прям странная подборочка цветов, но какая уже есть. Тем более, даже если в цвет не подобрать, я не думаю, что прям что-то такое страшное произойдет. Вот. Я решила взять бордовый. Может быть, это и не совсем правильно, но тут тоже не сильно разберешь. А там, где у меня большое разнообразие оттенков, там все эти фломастеры, маркеры, они все протекают. Не, ну здесь кирпич, как я понимаю, предполагается. А кирпич разный бывает. Ну, конечно, стандартный у него не такой цвет, безусловно, но не страшно, опять же. По-хорошему нужно, чтобы совсем идеально красить, крутить туда-сюда раскраску. Но мне лень, точнее, как я уже некоторое время снимаю со штативом наверху, ну то есть я его на максималку еще с помощью монопода поднимаю, то есть у меня сам по себе штатив высокий. Не, ну он можно еще выше поднять, но тут уж мне совсем неохота. Вот. И смысл в том, что я не вижу, что там в кадре.
Ну вот. Красный тоже все. Так, это у меня что? Биг Виза, наверное. Никак не запомню. Но, по-моему, Биг Виза. Да. Оно самое. С удовольствием раскрашиваю. Я даже думаю, вот закончится, может повторить, только уже в качестве маркерной, то есть взять две штуки и превратить в одну. Ну ладно, до этого все равно еще далеко, там есть летние иллюстрации. А там закончу, посмотрю. В принципе, если на тот момент они еще будут, может, приобрету сразу две штучки, а может и не захочу, или не будет в продаже. Все-таки я сейчас так смотрю обзоры, там по номерам есть зимние и так далее раскрасочки, ну наши. Но знаете, все-таки вот эти самые лучшие. Как-то вот то, что новенькое появляется, не знаю. Почему-то желание не возникло. Ну, там уже совсем-совсем детские иллюстрации. Это прям, ну, неинтересно красить. Хочется что-нибудь вот такое. Это просто, мне кажется, что и взрослым интересно, многие любят здесь раскрашивать. Классный фломастер, но, кстати, я уже этим фломастером довольно много пораскрашивала в теории. Может и подвести. Не, ну пока нормально, претензий нет. Вроде как получается, что качественный. Ну, то есть даже если вдруг так получится, что на этой иллюстрации он закончится, у меня все равно будет как бы такое хорошее о нем мнение об этом фломастере. Потому что довольно хорошо мне служит. Ну вот разве что на наборы маленькие. Просто что касаемо карандашей, хоть у меня и разные наборы есть, но в теории я даже и если бы было 6 карандашей, я бы ими обошлась, не говоря уже там про 24, да, цвета, то фломастеры, ну, мне кажется, должно быть побольше цветов. 24 это маловато, потому что мы все-таки берем под раскраски по номерам, а здесь оттенки всякие требуются. Поэтому вот это очень обидно. Ну, по крайней мере, я когда искала, я видела, кажется, максимально 24. Больше точно вроде бы не видела. Ну вот, еще немножко пораскрашивала. Сейчас... О, зеленый-то я пропустила. Ну и ладно, сейчас я закрашу. Еще фиолетовым. Голубым, наверное, пройдусь. Ну, наверное, темно-синим. Просто я думала, может быть, использовать так же, как и вот здесь, вот сухую пастель. Ну, в принципе... Не думаю, что есть смысл. Хотя вот разве что вот здесь. Сейчас в процессе посмотрю.
Тут я использовала фломастер Carioca Joy. Я, в общем-то, знала, что он будет протекать, но мне хотелось все-таки им раскрасить. Ну, к слову, протекал он явно не злостно, я бы даже сказала так, пара точек, где по одному и тому же месту прошлась несколько раз. Там, в общем-то, и случилась мелкая неприятность, а так в целом-то можно раскрашивать, но скатывает бумагу. Тоже не злостно, не сильно, но есть такое дело. Вот здесь вот практически этого нету с остальными фломастерами. Фон я все же решила, скорее всего, сделать сухой пастелью, так будет гораздо лучше. Ну, просто реально, вот мне нравятся эффекты, и даже когда вот я пастелью попадала сюда немножко, мне этот эффект тоже нравится. Поэтому сейчас я вот так и сделаю. Иллюстрацию по номерам я дораскрашивала и взяла полуночный маскарад Ханны Карлсон. Здесь я уже выбрала для себя иллюстрацию, впрочем, просто по порядку иду. Опять, к сожалению, разворот. С другой стороны, зима самое такое хорошее, мне кажется, идеальное время для раскрашивания именно разворотов. Ну, потому как время побольше, ну, по крайней мере, у меня время побольше, так как летом я много гуляю. То есть уж если я вышла на прогулку и в особенности там, не знаю, в любимом парке, то, конечно же, гуляю помногу. Ну а зима, хоть я и люблю сейчас, полюбила это время года, но я мерзлячка. И, соответственно, гулять столько, сколько я гуляла летом, я, конечно же, не могу. Поэтому как раз-таки можно уделить побольше время раскрашиванию. Потом за кадром я все мелкие, ну там, где я пропустила, дораскрашиваю. К тому же сейчас я еще возьму Берлинго Magic, который мне Оксана присылала. Спасибо тебе огромное. И ссылка, если кто не знает, на канал Оксаны, всегда в конечной заставке. У Оксаны замечательное видео. Очень хорошо раскрашивает. Много интересных раскрасок. И мы совместно красим. Вот. Поэтому сейчас как раз, может быть, оно и к лучшему, эти развороты. Вот тут, конечно, пока не знаю, как буду красить. Здесь, наверное, на фоне, наверное, будет сухая пастель, скорее всего. А вот это, может быть, я акварелькой пораскрашиваю сейчас. Наверное, это так и сделаю. Детскую акварель, воду. Попробую сейчас на камеру. Нет, ну в смысле мне не то, что сложно на камеру-то. Я всегда крашу. Просто имеется в виду, что ну, тут не знаю, у меня какие-то сомнения есть. Наверное, лучше за кадром пораскрашивать. Ну, посмотрим. Я просто к тому, что так как оно будет видно вам. Черный и серый. В общем, понятно, я сформулировала. Так, да. Я же хотела крышу совсем другим цветом делать. Я молодец.
Интересно, это можно будет как-нибудь промокнуть и перекрасить желательно. Все-таки уже какая-то идея есть и не хочется. Ладно, может быть, я перекрою все это. Пусть пока высохнет. Это не страшно, я думаю. Так, здесь сразу. Интересно, откуда вот это перешило, непонятно. Ну, не с обратной вообще ничего подобного нет. Так. Я хотела, собственно говоря, вот сами здания пораскрашивать именно, а крышу сделать совсем другой. Вот. Такая была идея. Причем я еще посмотрела, есть ли здесь нужные оттенки на всякий случай. Ну и благополучно села красить. Абы как. И абы какими цветами. Так, ну вроде бы нормально получается. Там вот я еще немножко пропустила. Надо же, как у меня черный цвет пошел. Ой. Растеклось. Раньше он у меня почти не расходовался. А сейчас очень активно. Вот серый. Серый всегда хорошо идет. Хорошо, что в этом наборе есть этот оттенок. Да, что-то я привыкла к этой банке. Понравилось. Не, ну она классно моется. Хорошенько жидкостью для мытья посуды. Прям идеально. Ну ладно. Сейчас тогда здесь попробую этот многострадальный домик. Конечно, окошки прям такие мелкие, ну понятно, как по-другому и их так тяжело обходить, а я вообще люблю только вот этой кисточкой красить. Надо, конечно, может быть, приобрести себе еще какую-нибудь такую этого же производителя, но поменьше. Раз уж мне нравится. Не, ну она хорошая, ничего там с ней такого не происходит. Уже где-то год служит мне, если не больше. Я, в общем-то, довольна. И стоило недорого. Насколько я помню, в Леонардо, и, наверное, нужно себе присмотреть. А вот здесь вот, либо здесь я черным переборщила, либо здесь мало. Вот. Ладно, сейчас я пораскрашиваю крышу. Сначала, а вот как я хочу, собственно. Наверное, я хотела бы, что
Что-нибудь такое а-ля... Ну вот здесь не тот цвет. Ладно. Не страшно. Где у меня тут, вот, по-моему, да. А вот... Вот этот цвет. Вот если вот так смешать, получается то, что нужно. Ага. Ну а теперь испорченную крышу, скажем так. Что я сегодня все задеваю? Бывают такие дни, когда лучше ничего, наверное, не делать, все испортишь. И вроде как настроение есть. Настроение, наверное, портить все. Ну и тогда еще попорчу. Давайте вам на камеру. Портить тоже надо иногда для разнообразия что-нибудь. Здесь, конечно, в металлик пошел. Я посмотрю, у меня в наборе гамма перламутровая акварель есть. Может быть, там что-то подойдет. Так, что с обратной стороны? Ну, еще тут с водой, конечно, надо поаккуратнее. Тут карандаши, но все же. Так, ну и еще одну. Крышу. Цифру 3 я не люблю, мне больше нравится 4, поэтому надо четвертую. А то я ж жить спокойно не буду как-то. Ну вот, у всех свои странности. А я тройку не люблю. Так, ну что, вроде как-то так. Я в процессе раскрашивания, ну, крыши уже докрасила, но когда все это высохнет, я, наверное, может быть, сверху чем-то пройдусь, может быть, даже, знаете, карандашами металликами. Здесь, кажется, ничего пока не пострадало, что-то вот здесь немножко повело, но это не критично. И когда все это на полке постоит, будет нормально. Домики, башенки я еще не доделала, а решила вот здесь вот чуть-чуть раскрасить, ну, чисто обозначить цвета. И я уже использовала вот эту акварель луч, набор, где есть вот блестки. Не из-за блесток, а просто у меня вот эта краска там закончилась. Ну и, соответственно, здесь она есть. Правда, обычно я ее сочетаю вот с этой, но в этот раз я решила вот эту. Потому что она у меня вроде как, вы видите, тоже уходит. Но все-таки, например, вот это быстрее уходит. И я решила, что, ну, чтобы не начинать еще одну. Вы знаете, у меня и перламутровая 3-4 начата. И всяких разных акварелек, поэтому уже хочется как-то перед тем, как начинать новую, эту по максимуму потратить. И эту в том числе, потому что пока у меня не появилась вот эта большая акварелька, это была основной. У меня еще сколько не начатых лежит, там поменьше цветов, где это вот, сколько тут, 18, ну вот у меня, по-моему, 12 что ли, или... Какие-то еще есть акварельки. Фон я буду делать уже в самый последний момент. Тут вот я еще не определилась, но, наверное, предполагается, что здесь чем-то зеленым, но, наверное, тоже темно-зеленым, наверное, каким-то.
Я все-таки это вижу как. Ну, вечер, наверное, раз тут еще и звезды. Пока не определилась. Нет, ну, вечер будет. Мне хочется, чтобы иллюстрация была яркой. Поэтому будет вечер. А, ну здесь же еще вот эти огоньки. И у них тут вот свечка. Поэтому, да. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорых встреч. Пока-пока.